Марьяна Наумова, спортсменка и просто красавица, вернулась в большой спорт. Никогда не сдаваться и всегда идти вперед. Именно так она поступает. После двухлетней дисквалификации девушка вновь вышла на помост и сделала это с громким успехом. Взяла чемпионский титул и в международном турнире попала в рейтинг в Сербии. У меня было на самом деле не так много времени на подготовку, где-то полтора месяца, но я уже очень соскучилась по помосту, по магнезии, по тому, что как я вот волнуюсь перед соревнованиями. Это очень здорово, и я очень хотела это заново испытать. И согласилась на эти соревнования, подготовилась, выжила всего 95 килограммов. Для победы этого оказалось достаточно, но не для Марьяны. Личный рекорд 127 килограммов без экипировки и 150 по экипировке. Спортсменка намерена вернуться к своей лучшей форме и приумножить результаты. Признается, будет непросто, но дисциплина и годы тренировок ей обязательно помогут. Все говорят про мотивацию, но я думаю, что самое главное – это дисциплина, потому что мотивация, она действует недолго, а дисциплина – это то, с чем ты встаешь каждый день. В свои 19 лет девушка уже является четырехкратной чемпионкой мира среди юниоров по жиму штанги лежа. Марьяна была очень активным ребенком, и в 4 года мама отдала ее в секцию спортивной аэробики. Профессиональная карьера в силовом виде спорта случилась позже. В 10 лет она пришла в зал к своему отцу и открыла для себя пауэрлифтинг. Отец стал для нее не только тренером, но и главным наставником жизни. Мне очень нравится, что она не только как спортсмен развивается, но и приносит пользу людям, обществу, и я действительно считаю это важным и стараюсь помогать ей, насколько могу. Марьяна – сильнейшая девочка планеты и обладательница нескольких рекордов мира. Она несколько лет участвовала в престижном турнире «Одной классик», который проходит в США, украшала обложки журналов и даже познакомилась со своим миром детства. Я встречаю Арнольда просто в холле, он идет. И мы пересекаемся взглядом, и он меня зовет к себе. Я тогда просто была в шоке, потому что я не верила своим глазам. И я была очень взволнована, но он мне подарил такую большую мотивацию, наверное, на всю жизнь. И сказал, что нужно очень много работать и трудиться, чтобы добиться успехов. Марьяна придерживается этого совета и в жизни. Девушка развивается не только как спортсмен. Сам ведет активную общественную деятельность. Спортсменниками и собственным примером доставляет ребят. Помогает нуждающимся и организует благотворительные поездки. Недавно девушка поступила в Российский государственный гуманитарный университет на факультет международных отношений. Марьяна хочет стать дипломатом, чтобы принести пользу как можно большему количеству людей. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.